до 2 миллионов рублей на развитие альтернативного животноводства. Курские семейные фермы получат федеральные гранты. Направить средства господдержки можно на закупку поголовья скота, которое еще не представлено в хозяйстве, или на строительство животноводческого комплекса. Идите сюда, малышки, малышки, малышки. Идите, маленькие. Сельским хозяйством Вера Басова занимается уже 30 лет. Была зоотехником в колхозе. Руководила крупным предприятием. А 2 года назад решила, пора открывать собственное дело. Стартовый капитал собирали всей семьей. И теперь работают вместе. Сына я взяла на работу и зятя. Они занимаются вот именно кормлением, поением вот животных. Дочь одна занимается бухгалтерией. Это финансы все у нее там, статистика. Налоги, зарплата, все вот это она считает. Вторая дочь занимается, ну она у нас как менеджер считается. Начинали с 4 десятков поросят. Сегодня на семейной ферме 89 свиней и почти 60 голов бычков и коров. Свою, пусть и небольшую ферму Вера Басова инспектирует ежедневно. Вот телятки мы отобрали, сейчас будем покупать их. В собственности фермера порядка 100 гектаров земли. Четверть урожая зерновых расходуют на корм животным. Остальное продают. Как найти хорошего покупателя, семейный менеджер Татьяна поняла уже давно. Надо и рынок как бы постоянно изучать. Качество в первую очередь, потому что и корма как бы натуральная, все натуральное. Сейчас фермер собрала документы, чтобы получить субсидию. Федеральная поддержка 1 140 000 рублей. На государственные деньги Вера планирует закупить 200 овец. Всего Курской области из российской казны выделят 70 миллионов рублей. А значит, не менее 35 семейных ферм смогут рассчитывать на развитие своего хозяйства. Юлия Абрамова, Андрей Дегтярев, телеканал «Сейм».